Привет. Ну вот, я проснулась в Волгограде. Я уже поработала, и сколько-то 3-4 встречи у меня уже прошло. В дневном свете вот так вот эта квартира смотрится. Я, конечно, не знаю, какой-то... Она какая-то смешная, абсурдная. Я не понимаю, как они пытались совместить прошлое и настоящее. А камин я не помню, в итоге показывала, нет? Да, камин еще. А вот, мне очень нравятся двери высокие. Ну, на балкон, наверное, не пойдем. Но мне тоже очень нравится, что все деревянные обивки. Я еще хочу сейчас дойти до машины. На самом деле, сегодня я посмотрела по графику жизни. Ну, мне прям до ночи там встречи, поэтому по Волгограду я, похоже, не погуляю. Может быть, завтра утром, если получится. Печальненько. Но, с другой стороны, может быть, я на машине по основным местам проедусь, потому что сегодня нет дождя, и это хорошо. Вчера был дождь. Еще хочется показать подъезд. Ну вот, мы и в подъезде. Высоченные двери, плохо видно, но 2 метра. Блин, мне кажется, в таких подъездах уже 100 000 лет не было. Огромная дверь. Так, по сравнению с моим ростом. Большие окна, растения везде, мацы ставят. Сейчас выйду. Ой, вот такой домик, дворик. Котик. Волгоградский котик. Вот с виду обычный, видимо, с той стороны лучше. О, тут сирень уже отцветает. Вот тебе, нате. А в Новомихайловском еще не зацвела, когда я уезжала. В общем, непонятно, будет красивый там. Ну, там крош стоит. Сейчас я к ней подойду. Кто-то пристроечку сделал себе. Вот эти въездные ворота. Выглядит тоже очень. Так, ну вот у нас снаружи домик. Да, с этой стороны посимпатичнее. Сейчас еще вот та улица Ленина. Ну, одна из больших улиц. Ну, не сказать, что прям центральная. Проспект, наверное. Проспект Ленина. Я хотела найти поближе к центру, но не смогла. Ну, по бюджету я на самом деле не хотела большой бюджет выкладывать за квартиру. Поэтому, если бюджет в целом выделил хотя бы, ну, 3000 в сутки, то можно было бы что-то найти. Вот этот дом из моего окна видно. Ну да, с этой стороны такой же. Я думаю, продуктовый найти. Тут. Вот так вот. Грустненько, конечно, будет, если я не погуляю совсем по Волгограду. Но я не буду терять надежды на это.